утро доброе в открытом море. 7 утра, 20 минут 8. И я вот смотрю, мы вдоль какого-то вон побережья идем. Это Польша? Наверное же. Логично уйти. Так, если мы в ту сторону идем, да, то это, скорее всего, польское побережье. Пойдем пробовать. Может, у нас польская связь появится. Недалеко же от побережья находимся. Пойдем искать завтрак. Не искать, а узнавать, как тут что покушать. Вчера это я просто болван. Ужин был, причем бесплатный. Пока я тут бегал, рот разявивший. Надо было идти и ужинать. Смотрите, тут движняк на море. Вот судно пошло. Вон по прямой два. Вот там одно. И там одно. Не знаю, видно вам, не видно. Ё-моё, тут как-то проспекте сейчас пик. Движ идет. Вот такое кино. Да, здорово. Пойдем завтракать. По идее, 8:00. Сейчас пока позавтракаем. Там туда-сюда, и мы уже и в Швецию придем. В общем, вот такой шведский стол. Берешь себе все, что есть, в принципе, заказываешь по желанию. Вот так. Проверяем билеты, тикет. Смотрим, все, подходит. Все бесплатно, кушайте. Ну, короче, приятного нам аппетита. Будем наблюдать в окошко и завтракать. Нет, друзья, это у нас не польский берег. Это остров Борнхольм. Наверное, понимаю, шведский. А с той стороны парома, получается, с правой, там у нас уже шведский берег. В общем-то, время уже 8:30. Через 4 часа мы уже швартуемся в Трелеборге. Завтрак вы сами видели. Вот кофеек на халяву. На солнышке пьем. И вообще огонь. Больше всего мне нравится. Ты балдеешь здесь, а тебе за это еще деньги платят. Где еще, на какой работе еще такой кайф получишь? Так что все отлично. Позавтракали. В принципе, ланч уже тоже скоро. Связь поймала шведскую. Нет, ловит почему-то ДК. Датскую. Я не знаю. Может, это остров датский? Я не знаю. Но связь ловит датскую. Верно, только что взял, загуглил. Это, оказывается, датский остров. Поэтому и связь датская. Смотрю, что телефон поймал. Симка польская, поймал датскую связь. Так что, смотрите, на обгон идет. Один другого догоняет. Стой, говорит, ты мне денег должен. Карты проиграл вчера. Как в этом фильме, шел третий день незабываемого путешествия.
то там у нас уже шведское побережье. Перешел на другую сторону, там солнце светит, жарко. Будем балдеть на стульчике. О! Сиди, кайфуй. Огонь. Ну, это наш ланч. Обед. Опять на халяву. Вот. Делают пометки. Видите? Это завтрак, это обед. И еще у нас будет ужин. Все входит в стоимость. Мы уже подходим к Швеции, к шведскому порту. Сейчас пообедаем и пойдем снимать шведский порт. Так что приятного нам аппетита. Входим в шведский порт Трелеборген. Вон это лайн еще один стоит. Ну, так я понимаю, тот сейчас грузится. Это он пришел из Германии. Он сейчас грузится в Клайпеду. Мы сейчас пришли с Клайпеды, выгрузимся и будем грузиться в Германию. Там куча грузовиков стоит, площадка ожидает. Ну, вообще логично предположить, что нас сейчас дергать не будут. Мне сказали, что выгрузки и загрузки не будет. Ну, с моей стороны. То есть не надо никуда выезжать, потом опять заезжать. Вот мы с вами в Швеции побывали. Пускай на шведскую землю как бы мы не ступим, но все равно в Швеции я еще не был.
что вот мы швартуемся. Я так понимаю, это нас ждут топливозаправщики. Наш паром будет заправляться. Со стороны на Швецию посмотреть. И мы сюда еще приедем. Заправлять стоят. Чётенько. Чётенько швартуется. Транзитную точку прибыли. О, тут уже пошел в море. Выходит. Загрузился. Да, так я и думал. Видите, идет процесс, пошел процесс заправки. Шланги подсоединяют. Сейчас будут заправлять. Трелеборг, все стоят без движения. Немецкие номера, голландские здесь. Ой, не Трелеборг, Травермюнде. Да, баки у него, видно, не детские. Сука, туда должны закачать топливо-то. Вон, разворачивают. Нас тоже так же будут разворачивать потом. Вернули, пошел в море. Буксир возвращается. Погнал, ТТ-лайн. Сейчас налево пойдет, значит, к Лайпеду. А мы заливаемся. Что там еще? Выгрузка не началась пока. Пока не видно.
Вон с этой стороны, видите, еще одного грузят. Я его не видел. На другую сторону перешел, ТТ-лайн. А вот наши пошли выгружаться. Наш выгружается. Вот Гертека пошла. Пошла выгрузка с парома. Те, кто сюда шли. Основная масса сюда была. На этот. На Швецию машину. Беларусь, по-моему. Что они там, через рентген, что ли? Что-то вон там, ну не видно отсюда. По-моему, на рентген. РФ направили. Сосед грузится. United Line. Может, какую Англию пойдет? Зашел, там паровоз заходит, вон колейка на погрузку. Там вон тоже стоят, ждут вдалеке. Может, это наши стоят, ждут. Не знаю. Посмотрим сейчас. Но здесь идет погрузка. Куда грузится, не знаю, не могу сказать. Куда пойдет этот паром? А те вон, да, те, возможно, вон и наши. Посмотрим сейчас. Выгрузится уже все, выгрузился. Что там никак этот паровоз заехать не может? Или паровоз наверх не загоняют? Нет, паровоза, видите, перед этим дафом паровоз зашел. Его, видно, наверх не стали загонять. Он длиннее, его видно внизу, на нижнюю палубу. А этих сюда. Все. Volvo разгрузилась. Заправила. Сейчас Scania будет заправлять. Наше судно. Движняк идет. Вот так растусовывают кого куда. Паркуют на пароме. Мы вообще шикарно запаркованы. Даже эти не надо складывать зеркала. Верхней палубе. Можно, в принципе, и в кабине спать. Чё, лёг и прохладно. Свежий воздух морской. Не вижу, что за номера. Что-то ругается. Что-то у него не получается. Что-то шумит на него.
Все, один за одним. Поляки грузятся. Видите, plandeki.pl. Норвегия, Шведен. Норвегию? А, может, в Норвегию пойдут? Не исключено. Флаг шведский. Да, и он польский. РФ. Все может быть, что пойдет в Норвегию. Какой-то дзорганный. О, смотрите, одни поляки. Как-то так. А вот пошел наш грузиться. Сейчас вот две маленьких зашли. Сейчас вот он будет заходить сюда, эта бочка. Все, поворот право включает. Заходит. Пошел грузиться наш. Стоим мы уже здесь. Так, 14:32, полтора часа. А он один туда. Кто туда, кто сюда, кто куда. 14:32. Ну, сколько еще? Час-полтора будет, пока погрузится. Я думаю, что часа в 4 выйдем отсюда. Время 15 минут 4. Выходим в открытое море обратно. Сейчас задом выйдем. Вот там вот развернемся. В этой лагуне. И все. До свидания, Швеция. Мы еще вернемся.
Все, у нас уже вечереет. До прибытия осталось 2,5 часа. Прибываем мы в 22:45 по-немецкому. Там уже берег немецкий виден. Не знаю, видно вам, нет. Сегодня у нас предстоит ночная работа. 22:45 пришвартуемся. Ну, что там еще? Ну, я думаю, выгрузимся мы быстро. Часа за полчасика, максимум час. Ну, я думаю, за полчаса мы разгрузимся. Загрузилось мало машин на наш паром, даже в той же Швеции. Поэтому должны выгрузиться быстро. И всю ночь будем работать до 7 утра. Завтра суббота. В 7 утра Германия закрывается до 8 вечера. Будем стоять. И с 8 вечера до 12 еще 4 часа у нас будет на работу. Поедем, проедем. Там станем на воскресенье. На суточную уже паузу. Такой винт интересный. Вот. Видите, пусто. С той стороны, где моя скамейка стоит. Еще одну машину припарковали и все. Внизу там, может, в трюме кто-то и есть. Но машин мало. Грузилось. Через полчаса пойдем ужинать. Тут только что... Там, я не знаю, там остров какой-то. Не, ну не остров. Яхты были. Не яхты, парусники. Штуки три так мимо. Но они вдалеке, так все равно на камеру видно бы не было. Руки все уже такие липкие. Ну, соль, этот, влажность морская. В общем, ждем ужина и будем готовиться к выгрузке. Короче, на ужин Алексей Николаевич пошел в разнос. Взял все, что есть. Ну, почти. Потом мы еще сходим за кофе. На улице уже темно. Все, приятного нам аппетита. Будем ужинать. Нам ночь работать. Вот и Дойчландпорт. Заходим в гавань. Маяк он наверху, видите, все как положено. Что у нас по времени? Все как положено. 10:30, 22:45 прибытие. 15 минут нам на швартовку. Заканчивается наше морское путешествие. Получается, по времени получилось, ну, грубо, грубо, если мы в 7 должны были выйти, но вышли чуть позже. Короче, в 7 вышли, в 11 пришли. Да? 28 часов. Практически у нас получилось меньше. Так, в общей сложности получается 28 часов. С выхода с Клайпеды, с приходом сюда. На 5 часов вроде бы разница. Нифига себе. Все, зажигают уже. Уже, наверное, может, даже можно и к машине идти. Ну, сейчас пойдем, будет швартоваться. И мы пойдем. На 5 часов получается дольше, чем прямой идет. Прямой идет 23 часа. Ну, это так мне сказали. Вон, видите, нас на пирсе немцы приветствуют. Да, эти можно пешком выйти, оказывается. Вот, балдею. Здорово, здорово.
Руками машут. Привет, привет. Да-да-да-да-да. Сюда можно выйти, оказывается. Ну, классно, чё нет. На улице тепло, хорошо. Плохо, что ночью не так все видно. Ну, ладно. Я думаю, мы не последний раз здесь. Чё он фонариками машет? Здоровается, приветствует. А чё нет? Тишина такая. Только чайки. Да, интересно будет, было бы на него глянуть в светлое время. О, цоль. На корабле написано. Таможня. Ну, на яхте на этом, на суденышке. Такой тут длинная бухта этот. Уже где вон, вон пирс, откуда начался. Народ отдыхает, бильярд играет. Чё, пятница, вечер. Кайфует. Правильно делает. Так, набережная заканчивается. Ну, вон впереди уже грузовой терминал. Вещи уже здесь. Уже все забрал. Ходил. У меня вот этот. Ну, вот как бы вот этим. Ну, вот. Штрих-кодом и открываешь каюту. Прихожу, у меня не открывается. Пошел к ним, они мне другую дали. Сказали, что что-то тут с ним не то. Я уже все забрал, все. Смотрите, как красиво здесь. Сейчас начнет швартоваться. Пойдем нам. Мы сейчас на 7-й палубе находимся, нам с 5-й к машине. Открыто. Идем к кормилице нашей. 28 часов она тут без нас стояла. Интересно, нас так никто и не привязывал здесь. Все, будем располагаться и готовиться к выезду.